Табак в Россию завезли еще в 16 веке. Мода на курение распространилась очень быстро. И сегодня наша страна занимает первое место в мире по потреблению табака. Курить или не курить, каждый решает сам. Но, как известно, свобода одного начинается там, где заканчивается свобода другого. Как борются с проблемой курения в Чувашии, узнавала наша съемочная группа. Именно такой знак должен висеть у входа в каждое общественное заведение. Закон о запрете курения в местах общепита действует уже второй месяц. Соблюдается ли данный закон в городе Алатырь? Сегодня мы это узнаем. Курить в кафе, барах и ресторанах теперь нельзя. И, похоже, алатырцы это отлично усвоили. Комиссия, в состав которой вошли представители Минздрава и Координационного совета Чувашии, не обнаружила ни одного нарушения. Нет на столах пепельниц, нет следов курения, запаха нет помещений. Приятно посещать вот такие заведения. И самое главное, мы выяснили то, что население к этому относится одобрительно. Однако в любом правиле есть исключения. Я 52 года курю уже. Мне ничего не заставит бросить. Ни закон, ничего. Пусть хоть до 1000 рублей пачку поднимают. Махоркин сажаю и буду курить. Угодить всем не получится. А с проблемой курения надо бороться решительными методами, отметил глава Алатырской администрации. В киосках, на автовокзале, ярмарках, в магазинах запрещена реклама на прилавках и различных стеллажах. Ну и, безусловно, введены запрет курения в помещениях, предназначенных для оказания бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и также ярмарках. Но все-таки, несмотря на эти ограничения, запреты, проблемы все-таки остаются. 6 миллионов людей по всему миру ежегодно умирают от табакокурения. Только в России ежегодно от причин, связанных с курением, умирают более 340 тысяч человек. Но никакие данные статистики, законы или запреты не спасут курящего человека, пока он сам не захочет сделать шаг навстречу здоровому образу жизни. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.